Давай, пока Федор спит. У них мальчик, оказывается. Яблочки. На, Федора, тебе. Оп. Это вкусно. Малышек их не. Да? Приветик. Ну, вкусняшка. Ой, мама, тебе... Быстрей, быстрей, быстрей. Ой, ему яблочко досталось. Ой, я тут снимаю. Наоборот. Вон он. А Федя вон спит. Да, Федора. Дора. Дай малышку снять. Малышка досталась. Молодец. Вот он какой. Радик, ура, давай быстрее, 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 пока мама не пришла. Ура. Успел. Молодец. 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 Получилось, да? Получилось. Пятнистый олень или олень-цветок. Между прочим, в начале 20 века они чуть-чуть не вымерли, за ними так охотились. Понятно, что олени питаются травой, листвой, ягодами, грибами, могут и желуди покушать. А если они, например, находятся на побережье морей, то поедают водоросли, не побрезгуют даже животной пищей, например, выброшенными на берег крабами или рыбой. Ой, это ж косуленок. Косуленок у них тут. Тина. О, малышкам, вперед, косуленок, виноград. Еще, оп. Ну, оп. Оп. Успел, получилось. Смотрите. Ну, молодец. Оп. На, малышка. Где косуленок? Косуленок! Косуленок! Вот он. Пока их там кормят. Чисто косленочек. Вот не обмануть их. Косуля там. Ну ладно, сейчас. Последний, уходи. Пакет не дам. Все. Мне еще это. Нет, нет, нет.
пятнистое счастье. Нет. Но косуленок самое главное. Вот он.